Медицинские маски в количестве почти 6 тысяч штук, изготовленные сотрудниками Нижнекамск-Нефтехима, работающими по удаленной системе, теперь будут выдавать пациентам городской больницы. Я считаю, люди, которые приходят к нам в больницу, каждый, если оденет масочку, он сбережет сам себя от заражения, рядом, который находится с сотрудником, пациентам, любым другим человеком, который встречается в больнице. Это раз. И второе, медицинский работник не получит никакой инфекции от человека, который приходит в больницу. Работа по доставке материала и пошиву медицинских масок нефтехимиками отлажена идеально. Об этом говорят внушительные цифры. Только за минувшую неделю работниками, осуществляющими свою деятельность, не покидая квартир, было изготовлено более 32 тысяч масок. Эти маски, конечно, распространяются в первую очередь работникам Нижнекамск-Нефтехим, ветеранам, а также сотрудникам социальной миссии, которые часто контактируют с большим количеством людей. Залог успеха любого дела – это сплоченный дружный коллектив, считает председатель профсоюзной организации «Нижнекамск-Нефтехим» Фанис Муртазин. Во многом благодаря слаженной работе всех подразделений предприятия, задействованных в изготовлении масок, удается добиваться хороших результатов. Ведь именно сейчас, в сложившейся ситуации, кадры решают многое. Молодые специалисты, прежде всего, все осознают всю серьезность данной обстановки. Поэтому молодежь, конечно же, понимает, что нужно в том числе и такая сила, как волонтерское движение. И поэтому они с радостью, чем могут, всем помогают. Катерина Короленко, Марина Чернышкова, Н-Медиа.